Снова здравствуйте. Представляю вам отрывок из игры от 5 апреля и одна из самых моих любимых миссий на проекте Harmony Games – «Граница». Месяца два назад мы ее отыгрывали за оборону уже. Ссылку на видео той игры я добавлю под видео, если, конечно, не забуду. Память девичья и тыры-пыры. Тогда наша страна проиграла, и мы получили огромное удовольствие от игры. Сейчас сыграли за атаку, результат увидите в конце. Я погибла в самом начале, примерно через полчаса игры, успев чуток пострелять, измотаться парой упаковок бинтиков. Вместе со мной погибли еще несколько отрядников, чем принесли большое удовольствие, думаю, противнику. И несмотря на это, я получила огромное удовольствие от наблюдения за игрой из канала 200-х. Сделаю небольшое отступление. Некоторые мои подписчики, не играющие в арму, не знают, что такое канал 200-х. Объясняю. Игрок продолжает находиться на сервере, но не участвует в игровом процессе. Ни действиями, ни разговорами. Еще живые игроки его не слышат, так же, как и он. Погибший игрок может только безропотно следить за игрой, ну и разговаривать с такими же неудачниками, как он. Далее. Прошу прощения за некую пошлость, услышанную дальше. Прошу прощения у некоторых лиц, которые так или иначе будут задеты видео. Все это не со зла. Думаю, вы также аналогично посмеялись бы и попереживали за игроков. В конце концов, вы не сахар, не растаете. Эта миссия сделала мне огромное настроение, тем самым вообще компенсировала общее впечатление от вторничных игр. Ну, в общем, смотрим. Что это за бункер? Окопы, вернее. О войне. Думай. О войне, думай, о войне. Ева. Фу. Фу, о войне, думайте, о войне. Ева, Ева. Ладно бы кто-то здесь такой сказал. Ваня, о чем ты думаешь? Маня, о чем и ты, да? Какие пошлые у тебя мечты. Оп, давай трекера Марклебу мочи, мочи, мочи. Мендер Красавелл или кто там нас, стреляет. Да. Мсти. Угу. Маша далеко, охрана. Блин, целое отделение. Ой, ой, пить, аж руки, наверное, уже чешут. Потеют ладошки. Глянь, он наготове бежит. Андреич. И этот Зик тоже, да? Ага, они наготове уже. Мендер, о, гля, бежит, бежит. Давай, давай, Мендер, жми на газ. Может быть, он поволнуется, пусть раньше, чем надо, и наши сообразят, что тут как-то жарко. Уходит Мендер. Ага, Мендер, поехал. Айтишники за ним бегут, бегут, бегут. Ладошки потеют, да? Я второй раз тоже так за Бэхой, бля, бежал с РПГ, бля. Заколебался носить за ней, бля. Она так и уехала от меня. А Мендер получше позицию ищет, что ли? Ой, слушай, у них три РПГшки, да? Вижу, или что, тут все ну, будет. Да. Там еще Андреич бежит во первых строках, все с трубами уже. Вот сюда бы выйти, короче, хоть какое-то охранение этих трубоносов, блин, с этих сантехники. Блин. Ой, блин, глянь, убегает как. Надо проводчики, блин. Промахнись, блин, ну пожалуйста, посмотрите кто-нибудь налево, посмотрите, тут камень рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Может быть, склон сыграет, высота разница. Пушка смотрит не туда. Застрянет сейчас. Уезжай, уезжай, уезжай. Андреич матерится, прикинь, это надо, наверное, как. А? Андреич, ну матерится. Скажет только. Они там втроем с трубами, что ли? Да, втроем бегут. Скелетон. Бегу, это, сантехники по вызову, короче. Мы поменяем вам фановую трубу. Образцы у нас с собой. Не, это сбор металлолома. Да блин, Дарк, обернись. Там же видно прям ее было. Посмотрим. Блин, а Асма сейчас отстрелит кого-то, да? Блин, у нас еще поднимается, увидит они, нет? Асма с Акогом, блин, но он Курганца видеть должен, точно. Он кубик с Рапидом как раз на них идут. А эти бегают по горам, короче. Трубочистый, блин. Бегут.
Ну, конечно, ментора слышно за километры, блин. Сейчас мы что-то, блин, упустил момент. Сказали, он стреляет по кругу сюда. Ранил. Блин. Курганец очнулся. Давай за дерево, за дерево. Блин, за камень рядом. Все, уже не очнется. А по-моему, кубик, да, медик? Опять очнулся. Курганец монстр, давай. Этот уже не смотрит в ту сторону. Не смотрит все еще. Смотрит, смотрит. Не, он уже не смотрит. Опа, проверяет. Пчел, выйди уже. Прибей, забери себе кок, радуйся жизни. А пчел слышал? Да, он да, конечно. Остановился. А сон на чем-то. Кемпыч пошел в гору, блин. Опа, чуть около них падает. А их вон сверху с горы походу стреляют. Ага, с горы. Ого, блин. Ух, нифига по ним пошло. Пошел, что там? Тяжело, блин, мендер поехал. Там стационар за грибами, стоит, короче. Эти обматерились и идут обратно. Эти. Марафонцы, блин. Прикинь, да у них как было прям удача. А в руках, вот да. Оно, вот оно, понимаешь? Да. Только до зуб не мёд. Я представляю, представляю себя на их месте. О, Асма вообще вышел на склон, сейчас Дарк его должен принять, по идее. Нет, Дарк не видит пока. Асма, походу, опять курганца срисовал. Давай. Сейчас Ваня его снимет, нахуй. Или Тёмыч. Курганец лечится? Ой, у нас ровно, да, слушай, число идет. Курганец смотрит не туда, он не 23, понял, откуда 23. Его стреляли, блин. Кемба, блин. На призрака выходит. Наш призрак против их призрака. Включайте музыку из охотников на привидения. Ёлка поваленная, кем-то нашёл себе позицию. Рюкзачок у кемпа только не американский. Не русский, точнее. Призрак идет за ним. О, сейчас встретятся два одиночества. Угу. Кемпа. Вот ну смотри, вперед, бля. Он с этой стороны. Ух ты, бля. Гранатку. Кидай, Тёмыч, гранату туда. Тёмыч выкинули. А, ему дым. Пиздец, Тёме. А, нет, дым. Чё-то трубу-то поднял. Ух, ему кинули за куст, и куст его спас. Есть. О! Есть. А призрак он... Не спас. А у призрака нет куста. Пчёлыч убил Зика в это время. Да ты чё? Ага, там... Да. Андреич вообще понёс трубу куда-то домой, блин, понёс трубу. Всё, неси домой. Скелетон... А скелетон бегает марафон, короче, по следам Бэхи. Чё за зарыв? Кем пока... это... Блин, Асма сейчас сориентируется. Он курганца хочет выпустить, наверное, всё-таки, да? Дарк пошел в соло, короче. Ух, ничего себе, здесь пулемет стоит у пути, на у Дарка на пути. Стоит этот... Бля, Тёмыч молодец, да? Ксадер, короче, с БМГ. Да, в ближнем бою со снайперкой. Опа, а кто по Ване-то гранатам кидает? В гильке идет. Так, это по кому чех стреляла? Это что-то упало здесь. Падение. Это он с горы идет. На Ване как раз. С горы стреляли. На кемпа, что ли? Не-не-не, а может он на кемпа выйдет сейчас? На статик. Какой, где статик? Вон статик, в гильке бежит. За статикой. Ну, вроде нет. Оттуда просто трассер, смотрю, на кемпа. Скелетон, блин, идет.
На Бернс. В гилике. Во кемпа мечта. И переодеться нельзя. Хреново. А он не снайпер Канихира. Ну он такой. Доморощенный снайпер. Он, наверное, помощник. Наверное, а пчел снайпера. Его увидит, интересно? Не знаю. Перевязывается пока. А все, сука, перевязываются. Кемпа тоже перевязывается? Ну, Кемпа перевязывался да. Несколько минут назад еще. Тут и либо пчел, либо Кемпа чего убьют, я думаю. Блин, ну этот, конечно, его хер увидишь так особо, он такой незаметненький издалека. Кемпа тоже вяжется до сих пор. Отключился Кемпач, что ли? Йо, ты. Ебать платить. Ну он ему этот призрак напихал, конечно. Там от души. Если бы у призрака был другой калибр, я думаю, Кемпа ничего бы уже гранату бросить не успел. Че это рабит с кубиком остановились? А их пулемет прижал. Взяли бы, уходили влево. Опа, что Кемпа лёгкому? Ну он раненый сильно, блин. Ему призрак очень сильно настрадал. Вот смотри, смотри, сейчас не знаю, на пчелыч выйдет, нет? Пчелыч, если услышит, пчелыч тоже вяжется, блин. А далеко слышно стоны раненого? Стоны не слышно. Стоны не слышно? Только в упор. И то здесь, и перевязку здесь слышно. О, смотри, смотри, справа, справа, смотри. Пчелыч. Все, пипец, пчелыч. Перевязку слышно. Его увидели. А он понять может, что не может. Свой не свой, там вяжется, уже не видит. Пчелыч сейчас должен мордой прям туда повернуться. Он что, когда закончит лечить. Он лечится или так, типа, сдох и делает? Нет, он боком лежит. Должен услышать. Блять, ну смотри на него! Видно, видно, бросай перевязку, видишь, должен. Не, не видит. Но должен слышать. Увидел. Давай, давай! Ну, бля, форму, наверное, не понимает, форма. Стреляй, блядь! Он форму не понимает, видишь, это же, блин. Да стреляйте, ёбаный в рот. Думает, думает. Да хрен себе, это чё, извинюсь. Он вспомнил, как этот самый, как я на холме стоял и не мог понять. Лежал, точнее, свой, не свой. Блин, чё, попали, нет? По нему. Звук был, как будто по нему попали. Стреляет кто-то. Андреич по нему Андреич, стреляет. А тут уже рядом. А Кемпа во трубоне. Кто гранату кидает? Андреич. Да он ГП-шку ебанул. Да нет, это ГП мне даже. Не дадут. Чё? Давай, увидеть должен сейчас. Должен увидеть. Чего лучше перевязаться не дают, сказать, задолбали, скажут, что такое. Микрофон. Ну сейчас, не, не. Блин. А, пчёлыч ГП-шит. Давай, 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 давай. Гранатку. Чё, ранен? Уранил он. Давай, давай, гранатку. Иди добей его. Очнулся, прикинь. Ай, блин, пчел. Я смотрел от пчела, вот я вообще не видел, в кого он стреляет. Только через траву, короче. Он, наверное, по звуку и по вот этому, дыму, ну, выстрела. Ну, выхлопу. На звук, скорее, выхлоп никак. Этот вот. Ну, астма красава. Так и сидит, слушай, да, астма сидит. Я говорю, Капусин наш помер, блин. Да? Угу. Истёк всё-таки. Пока мы смотрели на пчёлыча. О, доктор пришёл, курганцу лечит. Кого микрофон залит? Кемпа умер, да. А Кемпа давно умер, что-то мы на киллера. Ну, он пока пчел воевал, видимо, Кемпа. Ну, я на пчел. Кубик отрабатывает свою медицину. Пациент у тебя нашел. Смотри, все сидит, нахуй.
Кто, астма или садер? Да, астма все сидит, теперь смотрит на бугор. Ну, он слышал там войну. А он теперь своих на рацию вызывает, видишь, они молчат. Интересно, а пчел взял рацию, а или он не стал подходить? А я что-то не поглядел, ну-ка. А не подходил? Нет, он все перевязывается, походу, да? А, нет. Сейчас все бинты переведет, блин. А он еще оттуда ждет, видимо. А что, бинты взял, подполз, взял бинтов у них. Дарк, блин, проходит, у него справа статик стоит. А он специально, не, он специально обошел его, может. А он его не видел. А, да. Но тут, Дарк тут убил бы, блин. Странные мины, блин. Еще один гилик бегает по базе, короче. Кириян. А вот этот гилик пиздатый, вот этот, который по базе бегает. Кириян, ему... который? Да-да, вот ему бегать вот в лесу как раз с ним. Дэн молчит что-то. Дэн в бешенстве. Да. Да у него зуб болит. Ну, помимо того, народ, что у него зуб. Народ в спектакле что-то сидит недовольный. Я только сдох, мне уже вопросы доебались, типа, а чё это ваша БМПХ как будто знает, блядь, где пехота уворачиваться начала. Я сижу, я ебу, что ли, блядь, откуда она знает, господи. Тёмыч, мы так за тебя переживали. Вообще тут, вообще у вас такой бой был на горе. За пчёла, короче, там пчёл рядом с тобой воевал на другом конце поляны. Он двоих там... Да я этого призрака заметил. Хотя нет, троих. Пришлось от бедра стрелять, я не... Да я видел, как он, ну, блин, а ты его не слышал, что ли? Какой я слышал, тут предметров 10, блин. Тёмыч, мы знаешь, что кричали? Кидай гранату, кидай гранату. И тут призрак кидает гранату. Вообще тебя спас куст. Ты лежал ближе к нему, у тебя за спиной лежал куст, у которого ты умер. О, Дарк, Дарку фас сказали, глянь, глянь. Прямо за твоим кустом. Глянь, глянь, Дарк бежит. Всё, пипец. О, всё, молодец. Пипец. Красавчик. Может, они теперь вытащат БМГ и отработают с БМГ эту позицию все равно. Ой, мы вообще тут болели за эту высоту, конечно, это вообще было тут. Да, будет пиздец. Так что если кто-то там думает, что вы что-то подсказывали Мендур, нам не до этого было, мы тут так все визжали. Бэх уехала, бля, да? Да. Стопудово. Бэха так красиво съебалась. А чё удивляться тому, что Бэха ушла у нас в эту сторону? Она ж не пойдет как дура, на Птур. Тем более было сказано, на горе Птур, от нее прятаться. Они вышли, постреляли и ушли за гору с другой стороны. Все правильно. Как бы они, по-твоему, сделали, да? Они бы выехали, чё? Какого хера у них гильч? Чел, ты умер, что ли? Да, я. Как мы за тебя тут болели, короче, на этой высотке? Боже, я просто слышу, у меня стреляют, тут же туда ГПшку, тут же туда отстрелил. Ты долго ГПшил, он начал смещаться, ты ГПшками его не зацепил, а вот потом ты очередью через траву его сначала в 200-й отправил, но он встал быстро и опять это начал стрелять, и тут ты его доел. Ты меня убивает, что-то понятно было. А со спины астма подошел. Ну, у вас весело там на горе ты было? Вообще весело. Как это убили-то? На горе-то? Кого убили? Ну это который по вам стрелял еще. Как его уже забыл, никто. Из стационара что? Ну вот, который заходил. Ксадера? Да-да. Ксадер не заходил, он там стоял у БМГ, он, его нет. В спину Дарк убил. Не-не, астма, он живой еще, блядь. Астма-то не было. Да там не только астма, там еще второй снайпер такой же в гиликте был. Ух ты, у Рапиды что-то взорвалось под боком. Это ГПШ от экс-базы. Встречают их. Ты молодец. Я думал, и они начали тут же резко смещаться на юг. Там толпа побежала. Ну, увидели их. Рапид, уходи из-под дерева, блин. Блин, курганец. Заползай. Он раненый, что ли? Он не может бегать? Курганец, да, курганца даже кубик вот лечил, но он уже всё равно уж ранен. Пипец курганцу. Он уже не очнется. Да, его кубик уже больше не спасет, наверное. Но только если кубик ему крови зальет. А кровь-то была медик? Да, кубик медик. Он его там лечил под елкой же лежал долго. Да ему не дадут к нему подойти. Да. Они, может быть, по более пологому склону у них получится заехать. Вообще им заехать бы сейчас, конечно. Вот только Асикс там. Да. Асикс их слышит, кстати. А у него ничего, по-моему, нету, да?
У него труба. Ты сидишь, вот он и сидит, да? Ждет ее потом. Я когда снайперов убивал. Может, кубик увидит, курганца и затащит. Итак, Дак забегает в правое яйцо. Что же он будет делать? Так, кстати. Это что, хуй, блядь? Ты лучше... На копы посмотрите. Да, на копы, на копы. А кто первым обратил внимание, значит? Так у них даже постройки, да, так выглядят? Только как-то вот... Вообще все выглядит. Да, кстати, большая постройка, где стоят эти самые пушки, тоже странно. Даже мы чего-то канал сделали, смотри. Дарк идет по каналу. Мы чисто конечно. Ну так опасно идет, там его заметит. Дым и Рэббин. Он идет через яйце. Да вообще скринки спали. Кладно. На самом деле я долго смотрел на снайпера, типа не могу понять, почему куз двиг. Ну он раз выставил. Красавцы! А Бэха жива? Да. Вы посмотрите, ну что-то сломали вроде. Ну ни хрена. А чё? Он просто выбежал уже. Попал, да? Серик сразу, он командир, он выбежал. А чё, правильно, кто-то тут недавно говорил, командиру в подбитой бэхе делать нечего. Вообще выбежал. Дарт наследчица, что ли? Мой Дарт чё, ползёт всё-таки? Блин, Квинкл, его должно быть видно, Дарку. Он сейчас должен, блин. Боже, Дарк, ну посмотри хоть. Блин, чё? О, граната, пошла! На! Блин, а Дарку тоже кинули, что ли? Да, размен. Квинкл. А он это... Квинкл его убил, что ли? Да. Блин, а Мортус, он классный, он подавил гранату ему, херак. А что-то Тима, кстати, очень долго там... Парс Туман в спину Кузьки зашел. Давай, Кузька, минус. Он поставил метку на отделение целое. Туман, смотрите. Объясни, Дарк, почему... Дарк, ты красава вообще. Дарк, слышишь? Дарк. Найди. Так, статик ушел в... Трёхчёлыча, найди быстрее. В трёхсотые. Да. Я на той горе где-то стёр мой маркер, да. Статик вернулся к жизни. Дарк, посмотри рядом с ним, что лежит. Кто, точнее, в чем он одет, блядь. Ты посмотри. Да, я видел. Меня такой же чувак убил. Понимаешь, что я смотрю на него, как бы не могу понять, это свой или нет. Свой. Потом Туман, такой, сзади. Давай. Еще подумал, потом еще, айпетишники потом, все такие, вон у меня айпетишник Куинкл. А потом как бы убивают, красава, типа, Туман. Я своих никого не убил. Все-таки. Типа, блин, я там Марклеба, да, только убил из всей этой группы. Угу. Я Мортус, не понял, Мортус, кто это идет. РПГ за спиной сидит. Мортуса. Да, и это типа не выглядит странно. И как-то блин. Тоже гилики, найс. А Бэха что, чинит, что ли, я не понимаю? Да, у них траки выбиты. А, да? Асикс же попал. Один половина, один выбит. Асикс куда-то в ёлку попал. Блин, Квинкл сейчас, ну убить его, Вервольф. Как всегда, блин. Там Рэмбо и Квинкл бегают рядом с тобой. А ты умер как комп, что там народ остался? Ты разменялся с этим пацаном. Блин. Да я знал, Квинкл, что там заметил. Я ждал, что он выбежит на меня прямо. А что ты сразу не перешел на нашу рацию? Так у меня, я же говорю, ненастраиваемое у меня было. А, да мне просто кубик придешь, что мы и так нормально. Да там, Тёмыч, там был, блядь, ящик дохуя этих, блядь, который может рацию настраивать. Ну я не взял их, я думал, что... А что это? Я еще тоже их не взял, подумал, что типа у меня и так раз настраивал. Потом. Че, не починили еще наши? Так, трак. Я сейчас взял эту. А на бэхе интересно, въехать-то вообще получится? Если въеду, там все пизда, блин. Самая большая обида в том, что у меня ГП кончились. Я хотел в бункер засадить. Ну, блин, они этот самый. Ты много ГП в УАЗик поставили на входе. Да. Что будет голый бегать? Ну, чтоб он сдох полностью. Я он давно разделся уже. Блин, кубик сейчас как бы гранату не кинул через забор, он топот слышит, а кто не видит. Чё-то кубик долго сидит здесь. Да кубик сидит, потому что я ему сказал сидит. Он в зоне сидит, сейчас другие будут чистить. Он будет подходящих лечить. Вот сейчас подойдут, Мендер. Да, им Бэху будут тоже согнать. А, да, получается. Бэха сломал, что ли? Что-то Бэха так серьезно, да? А что, поменять нельзя разве у нас? А очень нет? Долго меняется. Ну, играет. Как пехота, кстати, они могут больше пользы принести. Посмотрим. А он за нас играет? А, у них СВД МПЗ, ребят, слышите?
планка Пикатинни, блядь. Там вооружение поменялось, блин, и так далее. Правильно, давай по мустажу. Молодец! Как мустажирую начал стрелять. Ай пяти Рэмбо по мустажу, или кто мустажу? Ну, гранату ему брось, гранату. Да. Нравится, что как бы не обновили этот. Молодцы. Короче, надо красным не... Да, надо красным не заходить, синие сейчас перебьют друг друга от нервов. Нервы сдают. Мустаж с Рэмбо этим... С Рэмбо друг друга. А кто у них КС был? Мустаж, наверное. Не айпетишники разве? Кто Вервольфа, кстати, убил? Не? Гля-гля-гля-гля! Мустаж! Нервы сдают, не жалевшие, но... Всё! Дай зайду туда. И розовые дымы. Фестиваль! Праздник. Блин, знаешь, эти лешие вообще непонятно. Вот только бегать... Ох, гранату куда надо кинул! Блин, не туда. Куда надо или не туда? О! Отлично! Отлично вошло! Это кто? Бинго! Это Мендер кинул. Две гранаты кинул. Поближе и подальше. Отлично вошло прям. Тютелька в тютельку. Кстати, хорошая позиция у Вуди. Ну, у Вуди вообще молодец. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, их минус одного... Подожди, сколько? Двоих, да, убитых где-то осталось? Да, а там 4-3, по идее? Ну, 4... Сейчас, нет, их шестеро в зоне. Не-не-не-не, их не шестеро в зоне. О, убили одного. Раз, два, три. Их только три осталось в зоне, ровно. Тихо, кубик убил. Красавцы, входим, входим, убиваем всех, парни, мстите за эти сраные мины, блин. В смысле 4? В зоне 6, врагов трое. 3 в зоне. В зоне 3, трое. Да, 3 пока врага. Почему 3-то? А на карту глянь, на карту. К зону по укреплениям не растянули. Они сидят, думают, что они в зоне, а они не в зоне. Короче, убить Рейбла и все. Да конечно, подожди, а там разве не 4? Там захват, да. По-моему, 4, защита 3. Трассер на фане думает, что они в зоне, а они нет. Блин, Барс, давай, тащи, тащи, Барс. А он раненый весь. Кстати, да, может через эту фигню перелезть. А этот на фане как бы не защитает. Да, они не в зоне сидят, этот, и трассер, и на фане. Там, может, уже по количеству. Там что-то наши не погибли. А он идет еле-еле, так он, может, и не услышит его, раз этот идет. Да нет, а Вуди надо было оставаться на позиции, у него позиция была шикарная. Барс чувствует его, ну понятно. А его слышно, как он по этому бегает, поёт. Да, слышно. Шк. ПКП, шк. Да, мишки не пробьёт. Парни, выживите только, вот сейчас выживет наша мама, да. Я думал, сейчас Барс как бы залезет на этот ящик, ну, на этот ящик. Что за взрывы? ГПшки? Это гранаты наши закидывают. Блин, на Серёга там ГП нет. Бля, смотри, есть. Yes. Yes. Дека убили. Дека убили. Мендер. Вуди. Всё. Юху! Вау! Это было красиво. Это красиво. Да.